Старт еще одной очень симпатичной яркой команды. Ну, команды стака. Кисульки у нас играют против фейк Virtus.pro. Понятно, потому что по никам видно эпилептик клоун. Да, но в кисульках, ребятушки, Fly играет. Тут сейчас стычка может быть. Да. Fly встречают. Подтягивает у нас сюда айсберг. На подмогу есть Аро. И в итоге ФБ будет. И кто сделает его? Кто сделает? Fly делает ФБ. 1-0. А тут Шадовек заходит. Ага, получает разгон, нападает на Шадовек. На того есть щиточек имеется, да. Подтягивает, проливали. Начинает Рубика лупить. И до Талла будет за ним, конечно, идти. Разгоняет Стролинас, разгоняется. И осталось три удара сделать. Топорами можно еще... Тоже как вариант, 2-0. Нужно быть осторожнее. И тем временем нападает на Бэйна. Бэйна поймали, начинает его лупить. Есть Старшторм, работает. Еще три липчика имеется, можно прям в лицо прыгать. Да, Александр, давай, до конца гейминг, Дашкевич. Есть контакт, полетел копье, хвост. Нет, нет, умрет хвост. Ты что, отпустить? А там опять на Бэйна нападает. Снова Бэйн. И в затылок прям Ару залетает. Вот здесь уже была метка. Вот здесь уже было очень метко, продолжается погоня. За Бэйном откидывается он Найтмерчиком, пару плюшечек затылок, и это 4-1 становится у нас. Кого-нибудь. Опа, увидели Бэйна. Хотя подтягивается Рубик, Шадовек. Что за агрессия? Там Баратрум выезжает, Шадовек. Начинает Рубика убить. Здесь подходит еще и Инвокер, ё-моё. Ну, ВП забирают ки у нас, если что. Так, ну что у нас? Нападает на эпилептика, поймали, ровашка имеется, если что, бьют иллюзию, но сейчас настоящего тоже должен айсберг добивать вместе с Флаем, и кто добьет же его, добивает айсберг, это такие вот сделать. Ну, Ару промазал, неудачно Ару была, запрыгивает, нажимает Старшторм, лип, и айсберг залетает. Ну, здравствуйте, говорит айсберг, начинает лупить, минус Баратрум, минус Бэйн сейчас будет, дальше можно нападать Рубика ловить, Рубик пытается в леса уйти, вроде бы даже уходит, смотри, ну, снова делает минус 2 у нас кисульки. Если вдруг что, за лансером пытаются гнаться, лансер опять байтит хорошо иллюзиями, красавчик, лансерочек снимает здесь Найтмэр. Кастуется на Шадовеха ЕМП, у него есть что имеется, и 16 тиков, и ультимейт. Стики нажимаются, но это убивает из него. Выбили ультимейт. Вышка падает, Тир-1. Разгоняются, пошли. Флай забегает, Ару там, полетел айсберг, увидел настоящего лансера. Здесь нажимается реведж. Баратрума бьют, Баратрума убивает, что с лансером? Лансера опять он байтит иллюзии. Что там за лансер сидит, гений? Неужто ли реальный эпилептик здесь? Просто уже третий раз за эту карту иллюзии забайтил он. Но айсберг злой. Айсберг очень злой. Итак, опять байт начинается. Опять он байт. Да что он делает? Что за гений играет? Кто это такой вообще? Что за зверь? Ну и его, конечно, убьют, но... Просто легенда 5! Ты пос... Так, а тут на Абадона залетает, Шадовек поймали. Ну, того, если что, правил тайм имеется, так что, может быть, разворачивается, прыгает айсберг. Ну, а Роу залетает, хвост прямо в цель, прямо в Рубика, минус 2. Дальше Рубика можно добивать, вешается урна, плюшки летят, ману у Рубика не туда отсюда улететь. И теперь под фокусом находится Бара. Бедный Бара, горит Бара и убивают его. Тролля увидели, вешается, орчит. Итак, метеор, нормально, Вокер расконтроливает, работает финсгрип и лопается просто. Ну, опять же, нападать на Абадона смысла нет, я считаю. Тем более, там стоит хвост, тем более прилетает сюда айсберг. Баратрум вышел, показался, очень зря он это сделал, очень зря. 15-4. Вокер опять нападает на лансер, но за лансером гоняться крайне опасно. Крайне опасно гоняться за лансером, лансер просто летает на телепорте, и иллюзия опять же обманывает. Здесь делайте Абадоночки у нас. Ага, за Вокером. Вокер отбрасывается бластом. Там бивает Рубика, накидывает Снейтмэр. И реведж от Флая. По двум корам залетает. Хороший, прыгает туда, нажимает на перетлантер. Лантер прыгивает. Айсберг делает годлайк уже. Ну а... Тут продолжают погоню за Бэйном. Бэйн получает сава. Ничего сделать он не может. Пласхит по нему. И айсберг кушает у него уже 10-0. Что это, зверюга, а? Ну и падает база. Конечно же, падает база у нас. И это... Лансера сейчас найдут. Ой, лансера сейчас найдут. Ну, тут будет трудно замансить, конечно. Реведж полетел. Ну и настоящего увидели. Здесь будет очень трудно ему мансить. Но он пытается это делать. Но там уже куча сайленсов до прибывающих КД у него. И он... Куда-нибудь шторм. Айсберг полетел у нас. Разва... И финсгрип. Ну, он тут вообще умрет. Да, инвокер там морщит, работает же. Ну, минус айсберг. Стрик снимает, Баратрум. Ха-ха-ха. Вот так вот. Тут у нас кисульки, увидели Рубика. Здравствуйте, Рубик.
А рот хвоста по таймингам. Там полетел у нас айсберг, уважаемый. И еще один минус делает у нас. Ну, тут нужно отступать пока под базу, наверное, уже не стоит тратить против Кисулик. Они с Аигисом мы сделали минус 2. Итак, готовы Кисули подниматься на вторую сторону у нас. Пытаться топа зайти сейчас. Баратрум полетел на хвосток. Ой-ой-ой, хорошо, минус хвост делает. Легенду забирают, за что? Непонятно. Дальше Бара просто безумно у нас залетел. Пятерых убил хвоста, умер сам. Это понимаю. Настрой боевой Баратрума здесь. Тут еще раз прыгает айсберг. Ну что, давай смотреть. Реваш нажимается. Достает Реваш. Бласты полетели. Гаши, они бласты у нас. Забирают лансера. Тут уже будет трудно заманить ему. Минус Рубик. Ну и пошли байбеки. До конца гейминг, конечно же. Конечно же, до конца гейминг. Бара врывается у нас, но... Тролляется, что здесь поддерживает команда. Так, шторм, есть орч, в итоге сбивается, и это будет минус Бейн будет, конечно. Флай идет, танчит, но сторона все-таки падает. Бара куда бежал? Туда, на айсберга, ничего себе. Баратрум, игра пошла вовсю, у него все, парень уже раскликался, видно. Ой, получил ару здесь, инвокер, неприятно, ну-ка остается финсгрив. Опять же, там, если что, слышит Олег, так что все под контролем Абадона, максимально под контролем Ланса, откидывает своими копьями. Минус Бейн, Бейн до свидания, тут нападают на Рубика, Рубика поймали минус Рубика, это 37 уже, что происходит на этой карте? Не сдаются все еще против Кисулик, у нас противники, это джим, Рубик уже ливнул, так что... Понятно, ну слушай, 30 минут они потратили сейчас, то есть потом это все может... сыграть в минус для них.